В большинстве райсоветов Самары уже приняли главный документ – устав. Депутаты составили график приема граждан по личным вопросам. С 1 января у районов появятся собственные бюджеты, которые можно будет направить на решение конкретных проблем. Проблем действительно очень много. И старый жилой фонд, изношенные трубы, дороги, внутридворовые территории, благоустройство, вопросы сноса аварийных домов. То есть вот эти вот все вопросы стоят у нас, социальные вопросы. Ну, это те, которые мы в первую очередь, наверное, можем сейчас решить. Самара – один из первых городов, где состоялась реформа местного самоуправления. Председатель Самарской городской думы Галина Андреянова поздравила коллег со вступлением в должности и пожелала, чтобы депутаты работали совместно с администрацией и выполняли те цели, которые ставят сегодня перед ними их избиратели. Еще одна важная задача – выбрать глав администрации. Полностью местную власть в Самаре сформируют до конца года. Будут сформированы конкурсные комиссии. Комиссия будет состоять из 20 человек. 10 человек будут из района рекомендованы, 10 человек будут рекомендованы городом. Депутаты всех 9 районных советов получили удостоверение. Уставы после принятия отправятся в Министерство юстиции, где их зарегистрируют. Лариса Шалафаст, Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.